В Омске бывшему заключенному вручили ключи от новой квартиры. Максим Буберич, сирота, и по закону имеет право на получение от государства жилья. До сегодняшнего дня его домом была исправительная колония номер 12, где он провел 4 года за грабеж. Ключи от квартиры мужчине вручили в день его освобождения. Там же ему помогли оформить все необходимые документы, а также получить специальность формовщика. Теперь бывший заключенный надеется начать новую жизнь. По мнению сотрудников УФСИН, это важный шаг на пути к исправлению, ведь имущественные преступления чаще совершают те, у кого собственности нет. Всего в Омской области в очереди на получение квартир стоит более 1000 сирот. Настрой хороший, планы на будущее. Ну не знаю пока, надо работать просто. Обустраиваться. Все нравится, все устраивает, все прекрасно просто. Мебели нет, ничего страшного, приобретен со временем. Это не первый, значит, осужденный сирота, который получил из нашей колонии квартиру. Вот. И те, кто до этого получали, не только в нашем учреждении, в настоящий момент, я считаю, что адаптировались, работают, платят налоги, создают семью, оплачивают свои коммунальные услуги в своих квартирах. Ну и надеемся, что все у них будет и в дальнейшем хорошо, и живут счастливо.